Так, друзья, все починили, все. Продолжаем ехать дальше по танковой. Бородач настаивает дальше по танковой ехать. Олег, что, поедем по танковой дальше? Только надо стекло вытереть, как-то грязно. Так. Включай свет. Так, Лянча на переднем. Он тоже поедет или по асфальту? Нас все меньше и меньше, да, становится? Продолжаем оффроуд. Я его окончание на 3 часа или на 4 раньше проанонсировал, но чуть-чуть ошибся. Все продолжается. Что-то спать уже хочется. Так, 11 часов оффроуда в эти минуты наступает. Там у вас едет сзади, нет? Ну, пока стоит, да? Дымит машина. Да, нормально идем. Блин, а у Миши дымит-то? По чуть-чуть. Блин, это он на переднем здесь пролетел? Значит, он еще бородача вставит на переднем приводе. Что, застрял, да? Не, ну там жестко. Пусть выскакивает, может, назад. На переднем приводе. Проехал? Выскочил с третьего раза. Вот здесь это было. На полном веселом. Проехал, блин, на передке, блин, это вообще фантастика. Ну, можешь стать рядом с ним? Слева. Не, влево уйти от него. Да, плохо видно.
продолжаем. Такие испарения, что ничего не видно. Опа! Далянчик, фантастика просто. Неужели она доедет на переднем приводе, вот это все? Раздатка без масла. Мы на полном. Что-то? Алло. Так не заводится. Миша, чаще попробуй так коротенькими. Да. Да, да, да. Может аккумулятор? А, генератор будет, да? Так надо прикуривать. Потянуть немного, и назад не больше. Куда тянуть? Бородач возвращается. Пробуем качнуть, может стартер подхватит. А без буксира завестись. Завел? Повисли? Повисли мы тоже. Давай подлебедимся за него. Так, Нива повисла тоже. Глубокая колея очень. Хорошо. Лянча заглохла. Заглохла? Аккумулятор подсел. А, генератор? И Нива застряла. Короче, полный ассортимент. Так, сейчас подлебедим Ниву. Миша, держи! Лянча завелась. Но держаться не может. Застряла, бородач тоже лебедится, он за деревья. Это нескончаемый день оффроуда. За ночь началась. Сколько время? У тебя есть телефон рядом, Макс? Сколько время? Посмотри. Пол одиннадцатого где-то. 22:00. Пол одиннадцатого. Через полчаса. Или даже уже в эти минуты, можно сказать. 12 часов оффроуда, да?
Мы в это время начинали, да, сегодня с утра. Вот уже вечер. Нива не может зацепиться. Сейчас разматываем дальше лебедку. Да, Нива сидит, как ни странно. Не хватило клиренса. Повис на мостах. Колеса в воздухе. Точнее, в воде. Сейчас бородач подтянет. Олег, передачу не выключил. Бомба-то подтянет, наверное. Да. Хорошо присел, и бомба не может. Олег, давай двумя! Бомбы не хватает, тоже едет сюда. Так. С двумя попробовать хотели лебедками, в Лянче тормоза пропали. Бородач дальше отъедет, да, сильнейшие тоже что-то прихрамывать начали. Сейчас разматывает, заедет куда-то глубже, чтобы удержаться. Поехали! О! Бородач нормально стал, и сразу Нива поехала. Вдалеке свет. Это заканчивается наш оффроуд. Туда еще надо доехать. Что там, Миш? Давай воды налить. Вода, система воды. Охлаждения? Да. Ну, у тебя бутылка воды лежит. Да, все, он закончился, уже система. Ну, просто воды у кого-то спросить, у пацанов. А у кого есть просто вода? На эту лей, я тупо пью. Меняемся. Ой, хорошо, как водички попить. И машине, и себе.
что там, плохо заводится опять. Завелась. Быстро не едь, я буду рядом бежать с тобой. Из тропуна. Из тропуна, да. Так, а куда он ехать хочет? Прямо. Не, я на Ниве Марш, наверное, поеду лучше сзади. Алло. Алло, алло, алло. Так, ну, женщина перед Кеплин исполняет, блин. Видели, как нас? На передке. На передке, блин. А куда он дальше хочет ехать? Паша, посвети, поверни машину. Тихо-тихо, нельзя. Я ему передаю энергию лучом своим. Толкаешь. Да, да, давай, давай, гони. Сейчас мы. А включи нормально. А во лбу огонь, да? Звезда. Вон уже асфальт, вдалеке машины ездят, автобусы. Он нас ждет, наверное. Выехал. Так, ну Лянча доехала. Цифровой зум у нас, ну. Вот так она проехала. Теперь там, где Лянча проехала, на переднем приводе мы на полном. Бородач не зря мне днем давал эту горбушку, блин. Она мне пригодилась. Пашенька, на этого мне. Хренчика мне. И хренчик он мне дал, на. Ты можешь как космонавт высасывать. Да нет, ну помажь мне хренчик, я уже поем. Надо ложбинку выковырять такую. Хренчика мне. По губам? Помажь. Да нет, ну по. Так, это окончание. Блин, так кушать хочется. Я, малиновый, я знал, что мне понадобится. Смотри, говорят, что на шару уксус сладкий. Глянь, даже не будет кривиться, мне кажется. Это как раз тот случай, когда на шару сладкий уксус. Ты хоть в онлайн выкладываешь, глянь, зубы плавятся, побелели. Мы были желтые, как у лошади удохла, а теперь белые стали от хрена. Хрен отбелил. Бородач, не смеши, потому что я... Олег, дожми ему там еще. Не надо, хватит. Еще чайная ложечка. Нет, все, пока. Я домой. На, кусни, Пашенька. Не-не-не, я такое не ем. Да на. Дай я тебе бородку поправлю. Давай еще. Не надо. Там есть, можно еще. Слезу не прошибет. Ну не слепи меня, аж я ж не видно, блин. Я ж не снимаю, как ты видишь. Сверни селфи. Блин, вот это подтверждаем, разрушители легенд. Подтверждаем, что на шары уксус сладкий, смотри. Улыбка не сходит с лица, да? Чтобы мы понимали, это как в фильме в осаде, вот так вот взял так. А этот хочет. Блин, реально хрен так. Хреновый хрен, подделка. Нормальный. Бездемного.
Олег, на стол. На, закуси хлебушком. Что ты стряхнул? Может, ты пасты зубной еще выдавить чуть-чуть? Так, на десерт. Десерт будешь? Да. Аж слезу пробило. Что, хороший хрен, качественный? Я говорю, десерт будешь? Пасту зубную, как космонавты из Тюбика. Да, горбушка пригодилась. Хрен тоже. Хрен тоже. Ну что, будем ехать, наверное. Не доезжая до финиша, на асфальте у вас раздулся. Сейчас эвакуатором накачаем. И все, лянчу. Лянчу на эвакуатор. Нива марш своим ходом. Колеса накачали, бомба жива. БХ-7 на месте. Ну все. Теперь могу точно сказать, подписывайтесь, делитесь, ставьте палец вверх. Так люди останавливаются удивленно. 12 часов оффроуда практически непрерывного закончились. Всем пока.